Сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел, и это мой лучший день за последние 5 месяцев, несмотря на то, что Германия классная страна. Я очень благодарен всем, в первую очередь врачам, конечно, и медсестрам, с которыми я там столкнулся. Здесь мой дом, я приехал сюда, и я приезжаю, меня все спрашивают, боишься, не боишься? Я не боюсь, я абсолютно с нормальным чувством иду на подгранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела все против меня сфабрикованы. И все вот эти вот страшилки, то, что меня пытались испугать, да, даже неправда на моей, не только правда на моей стороне, но и суд. Меня, собственно говоря, собираются посадить по делу, по которому...